Так, а нам сегодня пришла посылочка. Детки, всем привет. Привет. Это посылочка от нашей подписчицы. Большое ей спасибо. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же там. Ой, как открываются эти посылки. Сема, Семочка. Сема, иди скорее смотреть. Что же там? Да, видишь, как... Смотри, это вкусняшки. Нашел телефон? Нет. Ваня собирается к другу. Он тут недалеко живет, одноклассник. Они учатся вместе в первом классе. Сейчас он пойдет к нему. Куда ты положил? Ну, наверху, наверное. Иди посмотри. И что, нету? Давай я тебе позвоню и найдется. Если он заряжен, конечно, у тебя. Без телефона стараюсь не отпускать его. Где-то встретить надо, где-то что-то хочет спросить. Обязательно с телефоном. Нашелся, в рюкзаке был. В школу тоже берем с собой телефон. Все, в куртку его положишь. Если что, я тебе позвоню, хорошо? Мама, погуляйте. Мама, а куда? Какой бардак, а постоянно. Мама, куда Ваня? Он пошел к однокласснику своему. Зачем? Ну, они дружат вместе. Мальчик тоже увлекается конструктором. Thank you.